Я не верю, что существует лекарство от рака, потому что я думаю, что если бы оно действительно существовало, то оно бы не было доступно там, для группы обеспеченных людей, его бы действительно поставили на поток, потому что тот, кто вообще изобрел это лекарство, понятно, что в любом случае он бы себя объявил, потому что дорогого стоит, и он бы мог спасти там, миллионы судеб. Да? Я считаю, что это опять же вот какая-то такая шумиха, что-то придумывают, что-то говорят. Не может такого быть, потому что если бы оно было, то... Если уже брать группу обеспеченных людей, то она достаточно большая. И сейчас есть масса примеров обеспеченных людей, которые не могут вылечить онкологию, потому что ничего еще не придумано. Хотя бы тогда бы всех этих обеспеченных людей уже как-то бы в одно место, они бы съехались, и там все бы стали лечиться. А это, ну, нужны слухи, нужны какие-то сенсации. Но я считаю, что не более того. Если бы оно было, это бы действительно была мировая сенсация, и этого человека бы, наверное, носили на руках, и весь мир бы стоял перед ним на коленях.